13 партий в своих платформах прописали переход к одномандатной или смешанной избирательной системе. Среди них и формирование, которое сейчас противится изменению системы голосования. Тебя обманули. Лидер ЛДПМ еще недавно говорил. Главное преимущество избирательной системы, которое я вижу, предполагает предоставление больших шансов для вхождения в парламент людям, находящимся вне сферы влияния партий, но которые хорошо организованы. Сейчас он передумал и говорит, что это срыв политического процесса в Молдове. Лидеры платформы «Да» хвалили одномандатную избирательную систему. И продвигали ее среди людей, которых вывели на улицу. Они солгали тебе. Сейчас они утверждают, что одномандатная система плохая. Мы, репрезентанții партиilor de opoziție, suntem categoric împotriva acestei tentative de compromitere și denaturare a voinței alegătorilor. ПСРМ продвигала смешанную избирательную систему еще в 2014 году. Сейчас представители партии говорят: переход к одномандатной системе выборов ставит под угрозу институт партии и парламентаризма в Республике Молдова, существующий со дня провозглашения независимости. Они солгали тебе, сказав, что на следующих выборах ты сможешь напрямую голосовать. Тебя обманули. Но ты ничего не можешь им сделать. Поэтому избирательную систему необходимо менять. Поэтому голосование по одномандатным округам лучше для тебя. Ты сможешь напрямую выбирать тех, кому доверяешь, или сможешь отозвать мандат у тех, кто тебе солгал. Твой голос, твой депутат.